О чем речь? Что именно я забыл? Свои циклы. Каждый раз как первый, я уже думал, ты совсем куклой стал, как они. Здарова, братаны, вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем начинать проходить концовку «Неоплатный долг», и это у нас Рут Леночки. Погнали, новая игра. Ей! Ну? Естественно, на перемотке моя чудесная перемотка, знаешь... Ой, сорянчик. Знаешь, инглиш более-менее... Семен у нас красавчик, так, подойти к Алиске. Не боюсь. Так, дальше... Попросить записку, ни в коем случае. Ёб твою-то мать! Ты из-за чего оно вылетело? Спросить о записке, попросить записку, ни в коем случае. Так, пока идет все хорошо, сейчас мы на спортплощадку пиздуем. Где от Ульяны получим просто пиздык ебучий. Поспорить с Леночкой. Обещал убраться. О, это пропустить уже нельзя. И что теперь? Ползать на карачках, тереть пол тряпкой. Сейчас. Когда я еще не постиг всей сути вещей вокруг. А если вся грязь пропадет вместе с лагерем через секунду после того, как я ее отмою? Это будет очень глупо. Нет уж, нужно искать ответы. На улице или в картах. Давайте погадаем. А вот пропустить карты уже можно, блять. Что же у меня так глаз зачесался-то? Сука. Как ты не вовремя-то, а? Так, давайте впендюрим туда Алиску. Так... Ой! Что-то я тут не дописал. А, стоп, фу, блин. Я не на тот день засмотрелся. Пристыдить. А хули ты такая-то? Остаться. Попросите для нее гитару. Так, это у нас уже тоже было. Согласиться. Уговорили. Так, дальше у нас библиотека. Постучать. Чудесно. Сопротивляться своей силы это Шурик. Так, сопротивляться своей силы. Это Шурик. Это и моя вина. Между прочим, у нас тут в настройках виденное ранее. Значит, заебись. Значит, это мы таки читали, а то я уже и не помню. Так. Лучше пойти. Да. Разоблачить ее. Решайте сами. Поспорить, а не согласиться. Так, теперь в библиотеке задержаться. Стой на месте, криминальный мерзавец! Бля, надеюсь, вам эта хуйня с улицы не очень мешает. Или ее вообще даже не захватывает микрофон. Потому что сидеть в плюс 30 это пиздос просто. Слава богу, хоть на днях где-то уже кондёр буду покупать и ставить. Так, схватить бумажку. Саманта не виновата.
А лучше оставить, хули от него-то будет уже. Оставайся. Леночку. Слушаю музыку будущего. Так, теперь идем в лес, и с этого момента у нас уже начнется что-то новенькое. Да. Пойти в лес. Да, все. Отсюда уже мотать не получается. К счастью, до леса рукой подать. Полезу через окно, чтобы уж точно никто не встретился. А вот и знакомая поляна, на которой довелось повисеть вчера утром. Даже веревка на месте. Я прислонился спиной к дереву. Что же случилось с этим лагерем? Все шло так хорошо. Вчерашний день устроил мне встряску, но сегодня я проснулся в настоящем кошмаре. За что? Совенок был хрупким, приятным сном, о котором нельзя задумываться. Иначе мигом проснешься и все разрушишь. Я не задавал вопросов, пока все шло по-моему. Но сейчас мне нужно объяснение. Я не знаю, что делать. Мне нужны ответы, слышите? Слышим, как же не слышать? Что за пионер? Откуда тут взялся? Ты кто? Не помнишь меня, значит? А вспомнишь. Чё-то никак. Ты из лагеря? О, как все запущено. И да и нет. Когда-то я был таким, как ты. Чё это еще значит? Да, брось, ты уже не тот овощ, которым я привык тебя видеть. Ты же позвал меня. Тебя? И кто же ты? Боги из машины с ответами? Довольно глупо давать ответы парню, страдающему амнезией. А чё, какие страдания, ты же ей наслаждаешься. Ну да ладно. О чем речь? Что именно я забыл? Свои циклы. Каждый раз как первый, я уж думал, ты совсем куклой стал, как они. Хочешь сказать, что история повторяется? Не совсем повторяется, этого разговора еще не было. Но были другие. Пожалуй, я его правда уже встречал. Но значит ли это, что он говорит правду? Это сама по себе интересная тема. Почему циклы выходят разными? У меня была уйма времени подумать об этом всем. Я поражаюсь, насколько в нашем мире все просто по сравнению с этим. Все по Гегелю. Тезис, антитезис и синтез. Сегодня ты ешь одну гречку, завтра ты заявляешь, что больше не будешь есть гречку. Послезавтра вы договариваетесь, что гречка будет раз в неделю. Так оно в жизни работает. Понятно, откуда берутся изменения. Люди помнят события. А вот разница между циклами... Пойди, объясни. Ни о чем мы не говорили. Ну и о чем мы говорили, кроме гречки, напомню. Я сразу честно тебе рассказал, куда ты попал. Но тут мы не сошлись во мнениях. Ты даже назвал это место раем! Меня это немного разозлило, и я... помог тебе взглянуть на вещи по-своему. Как же это? Ну, с твоими любимыми куклами происходили вещи. Вещи? Которые ты никак не смог бы ассоциировать с раем. Скорее уж с адом. Ну, чё насупился? Сейчас-то они все на месте. Почему куклы? Ну, а кто они? Личности, например. Очень наивно. Ты вот говоришь, что был как они. А ты... Что я был как они. А ты был как я. Ну и чем же они хуже тебя? Чем не настоящие? Настоящие? Давай прикинем, как бы оно было на самом деле. Что? Куда он меня закинул? Так, ладно, Славя. Похоже, меня не узнает. Неохота играть в эти игры, но что еще предпринять? Начать скандалить — это то, чего он ждет. Привет. Славя смерила меня взглядом, но не ответила. Это же лагерь... Лагерь Савё... Проходи! Ты мне солнце загораживаешь! Кое-что уже понятно.
Что ж, не буду загораживать. Куда ж славя без знаменитого загора? Я продолжил исследовать лагерь. И возле клуба наткнулся на Лену. Как и Славия, она меня не узнала. «Девушка, вы очень милы. Можно пригласить вас?» «Ну а чё, столько разговоров про любовь с первого взгляда, пора бы и поверить. Ради науки!» «Что? Куда?» «На танец. Или погулять. Да хоть на лодке покататься». Лена в ужасе метнулась обратно в клуб. «Псих!» – послышалось из-за двери. «Стоп, нельзя так себя вести. Но ведь и лагерь какой-то неправильный. Ладно, попробую поговорить еще с кем-нибудь». «Пальтишки не зябнешь, гражданочка?» «Неправда, я же опять в куртке». «Ну что, такой молодой, а уже бомж?» Есть надежда, что хотя бы лицо в порядке. «Чего молчишь-то? Ты не мой? Инвалид? Льготная путевка?» «Не совсем». «Курить есть?» «Нету». «Не брешешь? Все равно гвоздь отнимет». «Какой гвоздь?» «Да тут один, козлина. Думает, если... то мне поболтать теперь ни с кем нельзя. Шурику зуб выбил». «Шурику?» «На, ну какой может быть Шурик, а?» «Ой, да ты не знаешь Шурика». Алиса махнула рукой. «Знаю Шурика. Немного». «Откуда? Видел его?» «Бывал с ним в одном лагере». «Как будто один Шурик на весь союз». «Не один, конечно. На твоему Шурику зуб выбили. А у моего как раз зубы были. Все сходится». «Так, ты меня не видел». Алиса исчезла в кустах. Я обернулся, по дорожке ко мне приближалась Ульянка. «Физкульт, привет, я Магдалена, а тебя как звать?» «Ну, Ульян». «Чё?» «Зовут меня так, Ульян». «Да как зовут-то?» «А, поняла, да разве есть такое имя?» «Есть, конечно». «Ну, хоть бы Ленин, Ульянов». «Это фамилия». «Так Ульянов значит сын Ульяна». «Или Ульяны?» «Ну нет. Много ли ты знаешь Машиных-Наташиных?» «Знаю одного Маринина». «Ладно, был какой-то маменькин сынок. Но ты же не скажешь, что и Ленин из таких». «Черт, Ленин!» «Плевать, а ты че в куртке-то, а?» «С цыганами ехал, боялся снимать. Украдут». «Тут цыган нет». «Или прячутся где-то». «Ты с ними не заодно?» «От же балабол, выдумал ты их!» «Вовсе нет! Одна по автобусу ходила, гадала!» «А как они гадают?» «Да как обычно. Для действия необходима купюра. Туда же вся порча уходит. В конце она рвет купюра на 2-3 части и оставляет себе, конечно». «Зачем ей рваная купюра?» «Так склеить!» «Цыганской магией?» «Скотчем! Банк такие принимает. И даже если кусочка не хватает». «Хм... а если из многих купюр по кусочку нарвать и склеить новую?» «То... это будет мошенничество». «Ну и что? Это государство мне должно». «Каким образом?» «Да жулят везде. В игровых автоматах у ружья прицел сбит, а монетки хавают за милую душу. Так что там с цыганкой?» «Так, цыганка. Подходит к мужику, тот говорит, мол, рубля купюрой нет, только 10. Десятку отдать не может, это все его деньги. Ему хоть трешку оставить». Жадная цыганка дает ему свою трешку, а он вместо того, чтобы дать ей червонец, кричит: «Отдайте, я сам погадаю, и платить не надо». Скорчил страшную рожу, стал бубнить какую-то бессмыслицу. Цыганка аж присела от неожиданности. Потом он трешку на мелкие части рвет и кидает ей в рожу. «Наш человек, а она чего?» «Проклинать его начала, а он сам ее!» Ебать, наркоман Семка. «Ты меня уже достал со своими историями!»
Да это только завязка была, давай обратно! Какому премец? Не ври только, что ты и в таком лагере жить готов. А почему нет? Ульяна была совсем обычной. А с ней тебе общаться вообще не положено. По статусу тебе бы местные авторитеты объяснили. Это гвоздь который? Его подручный Киянка и Рубанок? Прусак, Рысак и Гусак. А он сам. Лучше расскажи, как ты меня туда отправил? Ну, я никуда не отправляю. Я только показал что-то. По сути, это такой же обмен информацией, что и наш разговор. Так ты тут вроде бога получается? Ну и какой может быть ад? Скорее, мы вроде карапузов, застрявших в песочнице. Я, ты и другие. Лепи что хочешь, но песок остается песком. Научишь лепить? Ты и так налепил уже. Твое счастье, что это выходит подсознательно. Когда ты будешь видеть только песок, все будет рассыпаться. Для себя я не могу ничего изменить. Значит, я и Саманту могу спасти? Подсознательно. Пионер усмехнулся. Ты спрашиваешь меня, как играть в твою собственную игру? Да делай что хочешь, ничего не изменится. Ты ведь сам говорил, что изменения есть. Циклы разные, а суть одна. Ты завел новую куклу и теперь борешься с проблемами, идущими в комплекте. Забавно. Знаю что, а я тебе помогу. Иди и убей ее, или хотя бы удари. Ну чё ты так смотришь? Ладно, просто пройдись по лагерю голышом. За это я покажу тебе хэппи-энд. Прошел год, все живы и счастливы. Лучше я тебя ударю. Вот только я еще не все узнал. А с чего ты решил, что она кукла, а не кто-то вроде нас? Пионер будто бы на секунду растерялся. Дурацкий вопрос. В эту игру нельзя играть вдвоем, а что касается ее. Да ведь нет такого человека в твоем мире, ты это знаешь. Ну, таких как-то я тоже не встречал. И ничего не слышал про странные лагеря, циклы и кукол. Похоже, твои знания и доводы застряли здесь вместе с тобой. И ты никак не докажешь, что ты более настоящий, чем они. Ты упрямец, но ничего, поймешь со временем. Или ты поймешь. И научу их одухотворять? Смотри-ка, та штука может тебя переубедить. Пионер кивнул в сторону висящей веревки. Иди на новый цикл увидишь, думаешь, она вспомнит? Да ты сам забудешь опять. Могу подменить тебя по-братски. Глаза пионера недобро блеснули. А можешь ли? Похоже, он врет мне. Или сам мало что знает. Пора заканчивать эту беседу. Помогать он мне не станет. Спасибо за ответы и советы, но я лучше вернусь в лагерь. А разве не интересно, как я оказался тут, например? Наверное, для таких дел надо стать таким, как ты. Сейчас мне важнее другое. Глупец, я бы мог испортить тебе этот денек. Но ты сам отлично справляешься. Я понаблюдаю за твоими потугами. Я чё, заснул? Сколько же человек может спать? А пионер, это был сон? Было очень похоже на явь. Наяву или во сне слова пионера меня не успокоили. Но немного остудили. Лезть в петлю не хотелось точно. Я побрел назад в лагерь. Домик Саманты. Вперед. Саманта без лишних церемоний втащила меня внутрь. Итак, это что, уже можно... Это еще нельзя пропустить. Где ты был? Обед пропустил, тебя ищут. Гулял. Хотел немного побыть один. Присел в тенечке, да и опять заснул. Как же так? Столько спать. Чуть разморила на природе. Прости, что исчез так. Ты теперь голодный, наверное. Сейчас поищу чего-нибудь. А мы что, по-русски говорим? У нее даже акцента нет. Или это все еще сон и... Это все еще сон, или я схожу с ума? Do you speak Russian? Несколько слов знаю.
Но мы сейчас по-русски говорим. За все время ничего остроумнее не придумал? Это не розыгрыш и не сон. Это пионер надо мной издевается, опять закинул меня куда-то. И что тогда, вызвать его еще раз и вернуться на поляну? Мне нужно идти. Куда? К Ольге? Пошли вместе. Нет, не к ней. Мне бы только отойти на минутку. Тебе не здоровится? Да что с тобой сегодня такое? Я присел на краешек кровати, украдкой посматривая на Саманту. Та, продолжая хмуриться, принялась точить и без того острые цветные карандаши. Жалко ее, ждала меня весь день. А теперь вижу и до слез недолго. Даже если тут все понарошку, все равно нельзя так. Ладно, никуда не еду. И зачем куда-то идти, когда есть возможность обсудить все с Самантой? Пусть я и не совсем понимаю, что происходит. Для начала, давай выясним, почему мы говорим на одном языке. Ну, выяснить-то они выяснят, но это уже в следующий раз. А сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.